Глава района Олег Хромов провел встречу с представителями бизнес-сообщества. В рабочем совещании приняли участие предприниматели, которые осуществляют свою деятельность на территории производственно-складского комплекса «Технопарк», где располагается свыше 50 организаций различной отраслевой принадлежности. Зона «Технопарк М4» у нас является одной из крупнейших точек роста, развития как промышленного, логистического потенциала, так и приложения рабочих сил. А в городском поселении Горки-Ленинском это один из крупнейших работодателей. Предприниматели обсудили с главой района ряд насущных проблем, с которыми сегодня сталкиваются. Они связаны с газификацией промзоны, подключением предприятий на постоянной основе к электросетям и очистным сооружениям. Еще одной важной темой для обсуждения стало отсутствие транспортной доступности. По словам предпринимателя Елены Михальчук, изначально обещали сделать два выезда и въезда на территории индустриального парка. То есть Зеленого шоссе и на Старокаширское шоссе. Сейчас нам это все говорят, что невозможно сделать, не получены необходимые документы, разрешающие на этот выезд с Каширского шоссе. Есть только один с Зеленого шоссе. Но Зеленое шоссе тоже очень неудобно, потому что там нет разметки, которая позволяет нам из технопарка повернуть налево в сторону Старокаширского шоссе. Решение этой проблемы есть. В ходе реконструкции Каширского шоссе планируется строительство бессветофорного движения на перекрестках и, в частности, на Белокаменном шоссе. Правда, завершение работ намечено на 2020 год. А пока на выезде из технопарка предложено установить светофор. Тогда мы откроем левый поворот, он будет комфортен, безопасен. Зеленое шоссе не является шоссе такой интенсивностью, это не Каширское шоссе. По нему не выстроятся сразу пробки безумные, но зато появится, пусть он будет реже переключаться, будет зеленый сигнал гореть по полчаса и всего лишь на определенный момент загораться красный ограничитель, но тогда будет выезд налево, здесь выстроится там 2-3 большемера, которые сделают безопасный поворот. Другие вопросы глава района взял на заметку и пообещал посодействовать в их решении.